Чувашия до 2024 года планирует построить 3 мусоросортировочных комплекса. Они будут расположены на территории Батыревского, Канашского и Маргаушского районов. Реализация проектов стала возможным благодаря концессионным соглашениям. Перспективы обсудили на рабочей встрече главы Чувашии Олега Николаева и генерального директора российского экологического оператора Дениса Буцаева, посетившего наш регион с рабочим визитом. Стороны договорились не только о создании важных объектов инфраструктуры в сфере обращения с ТКО, но и о реализации ряда пилотных проектов на территории Чувашии по использованию вторсырья в строительстве и благоустройстве новых объектов, производству альтернативного РДФ-топлива. Все это в долгосрочной перспективе позволит минимизировать захоронение отходов и со временем уменьшить количество полигонов, что закономерно повлечет за собой возвращение земли в хозяйственный оборот и улучшение качества жизни населения. Хотел бы отметить те успехи, которые у республики есть в настоящий момент. Уже то наличие инфраструктуры, которая создана, позволяет республике находиться в числе лидеров не только в федеральном округе, но и в числе лидеров, в том числе в стране. Для региона это уникальный шанс для создания новой экономической отрасли, которая будет использовать то вторсырье, которое мы будем получать путем переработки отходов.